этот увидел мир. Короче, я честно, даже я не знаю, кто этот залаз сделал, кто его придумал, он очень лютый, блядь. Здесь идет вентиляционная система. Я так понимаю, туда под потолок предложить, да? А ну, Вань. Через трубы вот туда. Не-не-не-не-не-не-не, знаешь что? Надо галима лезть вот в ту дырку. Вась. Какую дырку? Ты что, ебанулся? Вася, надо галима лезть в ту дырку. В трубу в эту? В квадратную. Ты прикалываешься или нет? Вася, я не шучу. Блядь, ну ладно, типа, подожди. Если это не подъем. Ты что, первый день лазишь или что? Да, сейчас оторвется вместе со мной эта хуета. Ну оторвется, так и будет, блядь. Это наш залаз. Блин. Это не я придумал. Нет, да не вопрос, как бы. Не, головой вперед. Да я понял. Ёб твою мать. А? Это как в кино, блядь, про Брюса Уиллиса. Ты пиздец, блядь, я такого не делаю еще. Блядь, вот это жесть, класс. Так, дядя, ты понимаешь, сейчас 20 минут мы будем ебашить. Так нормальная тема, мне нравится. Смотри, она вот идет. Заходит в стену. И, короче, ныряет в стену, и потом увидишь, что там дальше. Там ебануться можно. Ну что, пошел? Ну все, поехал. Хе-хе, блядь, чертила, нахуй. Все, пошел, братишка. Эх, понеслась. Дядь, ну комфортно тебе? Да, тут нормально, тут лучше, чем я думал. Оно вполне нормально, блядь. Ну, блядь, дырка. Мы ж тут не вместимся вдвоем. Чё? Ты шо, шутишь? Стой. Мы сейчас отвалим эту трубу нахуй вместе и ебанемся нахуй. Да так и будет, похуй вообще. Да, не. А, блядь. Сука, Вася. Что там у тебя в рюкзаке? Камни? Ой. Ну, высота где-то сантиметров, я не знаю, 30-40. Вот это да. Ого. А? Хуйня какая. Аккуратно, чтобы пузо не порвало бы такую хуйню. Да, я видишь, вижу. Какие, блядь, пузырчики. Бывал в похожих местах? Не. Никогда. В маленьких, в коротеньких был. Ну, так никогда не лазил? А, и оказывается, можно путешествовать по такой хуйне нормально. Да. Ну ты увидишь, что там дальше. Что там дальше? Там такая ебанистика, что поплыть можно. Блядь, чтоб тут не уебаться. Вылажу с трубы, короче. Так, короче, мы в шахту попадаем, понял? Я просто в распоре галима стою. Так. Тут внизу 6 метров. Ага. Нам куда надо? И вверх еще метров, блядь, ну не знаю, 10. Да не, нихуя, там 20-ка. И мы тупо пиздуем вверх. И вот эта труба выходит. Нам куда надо по трубе? Вверх? Лезь на меня сейчас просто. Ладно, пошли. Очень медленно буду. Вот тут такие ковелдики. Возьми рюкзак. Взять рюкзак? Ага. Ну ты придумал, давай. Куда нам надо, скажи мне? Вася, надо по этой шахте подняться наверх 20 метров по этой шахте. Каким это образом делать? Дядя, ну вот таким. Угу. Блядь, еще же надо как-то развернуться здесь, я не вылезу, дядя. Ну, дядя, думай. Что думай? Что мне сделать, блядь, сейчас? Ты бы сказал бы как-то. Что тебе сказал, блядь? Такая хуйня. А ты думал, нахуй. Сука, блядь. Я не вылезу, дядя. Ну, аккуратненько, не нервничай, блядь, и не спеши. Что, не можешь вылезти? Не-а. Я не могу перевернуться, я же вверх ногами не полезу. Почему вверх ногами? Ебалом вверх лезь сейчас. Каким образом? Вот так вот? Я же не могу перевернуться ебалом вверх, ты понял? Это не смешно, это нихуя. Ну давай сейчас, блядь, придумаем что. Да, блядь, это не смешно, я перевернуться не могу. Ну я же не смеюсь, ебано. Что делать, назад идти? Да какое назад? А как я вылезу? По этой трубе, блядь, наверх пиздуй. Каким образом? Я вылезти, я говорю, не могу, ты мне говоришь вверх пиздуй. Блядь. Блядь, нахуй ты сказал, чтобы я раздевался, чтобы в одежде шли. Ой, по трубе вверх. Как? Я ж спину так не выгну. Да, я тебя поддержу, Вася. Аккуратно, блядь, отойди. Сейчас я сам ебанусь вниз, блядь. Теперь дальше, куда мне ноги можно ставить там? Сейчас, секунду. О, вышел. Да, ой, блядь, пиздец, ебучая дырка. Вась, нормально? Ага. Смотри аккуратно, потому что вниз, блядь, 6-7 метров. Да я вижу. А нам еще вверх подниматься где-то 20. Куда нам надо? По трубе пиздовать просто галима наверх. Смотри, бо тут высоко уже. Пацаны, вот такие дела, вот такая вот штука. Иногда вот так вот врываемся, но это полный пиздец. Вентиляционная шахта старая. Это капец. Реально высота 20 метров. Нам похуй вообще. Нам, блядь, вентиляция и высота вообще похую, тупо. На трезвом тупо врываюсь, капец, так хорошо. Это полпути, короче. Так. Здесь закончилась труба. Ага. О, Вань, можешь привет зрителям передать, ты в кадре. Привет, мои любимые подписчики. Продолжаю вас радовать. Такими, блядь, дырками на него нахуй. Фух. Это полный пиздец, дядя. А. Я не знаю, как ты здесь подымался, но это реально ужас. Смотри аккуратно, бо там уже 20 метров снизу.
Та я, блядь, вижу нахуй, как ты дальше тут, я не знаю, лес, это... Блядь, это пиздец. Аккуратно, дядя, бо ты ж без страховки. Ты мне это сказал. Тебе надо руку, левую руку дотянуть до вот этой железки, где моя нога стоит. Да нет, так не выйдет. Блядь, я застрял. А? Застрял. Я просто тебя не вытащу, я сам еле стою. Я понял, понял, хорошо, сейчас. Сейчас, секунду паузы. Угу. Что думаешь? Сейчас, я что-то придумаем, как-то вылезем. Выступы пони очень маленькие. Да. О, красота. А, сука, горба почухал. Ну что, дядь? Да ну нахуй, ты что, страшно? Оно выше пиздует, а мы в эту трубу залазим. Сейчас чуть отдышусь, дядя, это пиздец, ну реально страшно. Ну, как бы адреналин очень сильно дал. Я тупо на адреналине пошел уже, понял? Ага. Сначала страшно, а потом адреналин вошел в меня. И я уже руки понял, как камни вот так хватает. Уже шкрябаешься, инстинкт, понял? Уже инстинкт. Да, инстинктивные вещи, дядя, это страшно. У тебя руки когда сжимаются вот так вот, и тупо не разжимаются уже. Да. Кирпич вот так хватает, можешь вырвать тупо со стены нахуй. Пиздец. Да. Я не верю, дядя. Ты посмотри. Ёб твою мать. Это тебе круче четвертого мандарина. Ну что, идем? Передохнул? Да, чуть передохнул. Нам куда, прямо? Прямо-прямо, да, уходи прямо. А, стой, Вася. Что? Тут развилка. Да. Так нам налево. Налево идешь? Да. Стой, стой, стой. Я пройду вперед, сейчас слышишь, сниму, как ты лезешь на меня. Давай. А? Давай. Нормально тут? Да. Тут уже побольше места. Давай, залазь. Подождешь? Да. Кто там? Что? Тихо, кто там ходит? Свои ходят. Это наши ребята? Да. Так это руками кто-то вырвал, блядь. Еб твою мать, а? Вон там сверху балка, за нее берись. Вась, трусы подтяни, бо, блядь, заблокирует Ютуб. Блядь, тихо, письмо выпал. Ай, ай, блядь, ааа. Сука, порезался, блядь. Рыничка. Как дальше? Ну, вниз спускайся, повисай на этом. Да спрыгни тут сантиметр. Что, нормально? Я не знаю, где здесь выход отсюда, блядь. Сейчас спускаемся вниз. Короче, о-о-о. Вася, заходи. Это забор... А, это проекторная, ты понял? Заходи. И кино крутило. Да? Да, смотри. Бля, интересно, ты по ночам порнуху показывали? Тоже на заводах играл несколько раз. Это мы где, на парковку Эрикова вышли? Это вот мы припарковались через дорогу. Короче, это заброшенная ДК завода. А, идем глянем, в каком состоянии выход в жилой цех с охраной. Потому что сюда один вход. Вот эти двери. И если, типа, они услышат нас здесь, то придут отсюда. Все, какая баба Куция, блядь. Это архитектура советская. Хуйтектура, блядь, хуйня алкоголическая, блядь. Дом культуры. А? Дом культуры, это кинотеатр, по идее, заходит. Шегикает он. Шегикает он. Ого. Ага. Утром ты встанешь у окна. Может, сошла с ума. Шо, так это... вот люди развлекались, короче, серьезные вещи здесь снимали. Происходили партийные съезды, хуйня разная, короче, всякая. А теперь до чего это все докатилось? Сидят молодежь,
непонятно какая, курит сигареты, короче, пьет пиво. И поет Аллу Пугачеву, который уважаемый человек в то время был. Что, ты лютеешь? Хочу. Колбасы хочу. Хавать хочешь? Да. Проголодался маленький. Сейчас выйдем, что-то купим. Ага. Похаваем. Да. Ні, ми фотографувалися. Чого ви залізли? Куди ви залізли? Уже один раз на 10-му було? Це не вас ми поймали? Ні. Не вас? Ні. Все, а все. А куди ви залізли? Сюди. Сюди. Де Відна побили? Здорові такі, молоді, красиві. Це вам не стидно, ні? Ладно. Не стидно? Що ти кругом закрити? Липися стоїть. Що ти липися? Що, нельзя? Нельзя. Не моя ти внука. Слава Богу. Да, я б тобі це дала. А визвали поліцію, да, вже? Да. А, ну хорошо, подожди. Конечно, ну, ой, блядь, ёбаный Иисус. Писуйся. Молоди такие. Оп-оп-оп. Понял. Класс. Приплыли, да? Вообще обалденно. Там мы через двери зашли. На первом этаже. Да не, мы чисто на приколе врываемся, типа фотографируемся. А? Обезьянники. Че-че? Что такое обезьянник? Что такое обезьянник, кстати? Что такое обезьянник? Обезьянник. Ну, клетка в зоопарке с обезьянами, по всей видимости. Палочка пубертатная. Это воспитательная. Воспитательная. Ты по горбу пройдется, мама не покажется. Так а что, все уже? Трючком часто кого-то выпечете? Лазит? Лазит? Я тебе говорю. Ну, тут не выйдет. По горбу палка. Хай пожарники бы вызывали. Он может зайти и понюхать. Понюхать. Я проходил, а она тлеет. В смысле, горит? Ну, огня не було, не тлілося. Я не пішов по кругу, то не знаю, що пожарників це вам померещилось. Потуши. Треба було не тушити, а винести вам показати. Хорошо, молодець. Вася, тупо третє відео подряд приймало. Ну, так Вася, а що ви, дядя? Третє відео подряд приймало. Приймало по-київськи називається. Що? Ну, мені це. Хорошо. Опа. Ідіть, сфотографируйте. Ідете, сфоткайте з нами. Селфі хотіть? Ну, хотіть вот. Селфі супер. Ну а що, нам плакать или що? Уму непостижимо. Знаєте ж таке происшествие? Mm-hmm. Пройшли на завод. І що? І штору підпалити хотів. Золотий купала. Все, в тюрму їдемо. Душу мою радую. Десять год тюрми. Пиздец. Так а что, когда полиция приедет уже? Приедет. Должна быть уже, да? Уже, да, сейчас. А вы ДСО вызвали или обычных полицейских? Ах, я откуда знаю. Не вы вызывали? Начальство вызвало, да. Ага. Как думаете, что будет с нами? А кто ее знает? Заберу, да выпустят. Ну часто залазят к вам сюда? Да не часто, но... Бывает, да? Бывает. Просто такое туристическое место, много фотографий в интернете. И как бы оно известно в узких кругах. Типа, секрета уже особого нет. Ну, стоит штучка красивая, историческая. С какими-то, блядь, архитектурными, блядь, триколясами. Угу. Все, Вась, включайся в работу, мы сырые. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно музыку, пожалуйста? Да, притуши минимально. Здравствуйте. Вот я главный, если что, ко мне все вопросы. Мы фотографы, сталкеры. Зашли через двери, как бы пофотографировать это место. Через эти двери. Вот через эти. И а это... дверь открыта была, да? Нет, да. Вам открыли? Да. Вот, вреда мы не причиняем, мы как бы молодежь с девушками, никакого злого умысла у нас нет, никакого бандитизма, никакого криминала.
Просто они залетели с палками, ну, думали, что мы воруем что-то. Вот как бы. Ну, вы вот... разумеете, где он перебывает? Где? А штору запалил? Ну какую штору? Нет. Да не, вы не, вы не придумывайте. Ну сейчас поведем, покажем. Ну показывайте, что у вас... Ладно, слушай, давай не будем... Слушай, подожди, давай не будем повышать голос и ругаться, эти эмоции, это типа, ну, ни к чему. И кто вам говорит, Лёва, покажи пальцы. Сережа, все, тихо, спокойно. Вот эти двери. Вот эти двери за шторой. Хлопцы, да ну рубить мы дурни пустили. Ну, конечно, вы открыли. В тюрьму же едем. А? В тюрьму едем. Ты не боишься Бога, тебя Бог наказал, не боишься. Меня Бог наказал? Его Бог наградил, наоборот. Значит, как... Плохо награждал. Нормально, еще и как наградил, дядь. Кто? Я драник. Как делегация. Угу. Да что он придумывает? Они не знают уже, к чему придраться, и что-то начинает... Слышишь, проходная, короче. Ага. Камеры висят, слышишь? Камера видеонаблюдения. Вот это центральный вход в здание. Вот это проходная, откуда пришли эти молодые люди. Да? Мозаичка, все дела. Ну так это же наша столовая. Ты понял, куда мы хавать ходим? Как всегда, Вася, залазишь через забор и выходишь через двери. Если вы хотели, что они бы могли подойти попросить? Вы бы никогда в жизни не пустили. Вы думаете? Так мы знаем, мы не первый год этим занимаемся. Ну а так, если нормально, вы считаете, что вы... А? Да мы же ничего плохого не сделали. Ребята, мы же ничего не сломали, не украли. А дверь выбили кто? Откуда знаю? Она открыта была. Да что вы говорите? Какое? Там разбитое в ноль здание, так, гнилое. Какое дверь? Я не знаю, что на этот вопрос отвечать, притягивайся или нет. Ну типа вот так вот попадал. По административке? Ну да, типа на заводах. Какие стулья, кстись? Начинал придумывать, блядь, от беспомощности какую-то чепуху. Скучно. На вокзале метро. На вокзале метро? Не, на вокзале меня не увидели метро. Здание уже больше, чем на все вместе взятым этому зданию. Да там пол, ты видел, там потолок проломан? Ну да, он да. Он говорит, что какую-то что, там штору мы отодвинули. Потолка нету. Да. Это фотография моя на фоне этого. Хулиган. А? Хулиган. Минимально. В аварию попадал, да? Это меня ударили. Вообще во дворе машина стояла без водителя. И, короче, въехал дед лютый. То же самое, как ему не дают читать ваши объяснения. Так, метро выкинули. Да. Смотрите, вы... Я вам просто поясню, что це є адміністративна будівля електронна марш. Тут прогулочні ваші там фотосесії і потрапляння в дану будівлю якимись там обходними шляхами, ну, не треба робити. Я зрозумів. Якщо вам щось потрібно, краще подійдіть до охорони, сказати, я хочу на фоні, от там, от. Якщо вам дозволить, тоді просто проникати не потрібно. Хорошо. Зрозуміло? Так. Да. Хорошо. Все, мы с вами закончили? Я единственное вам хочу сказать, что я это так не оставлю, даже если вам скажут спасибо. Все, простите за беспокойство, всего доброго. Все, мы свободны? Да. А? Да, да, да. Ну что я хочу сказать? Ну, вас говори. 5.25, короче. Всем спасибо, что досмотрели серию до конца. Громче, вы нихуя не слышите. Всем спасибо, что досмотрели серию до конца. Опять Супер Сус вышел сухим из воды. Да. И что вы можете искать свое оправдание теперь? Кто? Все, будем мы с вами прощаться. Всего вам самого хорошего. Выйди, выйди, подойди. Мы больше не будем. Ну вам надо. Ну вы же должны были попроситься сразу. И что, вы открыли бы нам? Ребята, ну, честно по сказать, да. Если по-хорошему, да. Подошел бы, сказал бы. Ну так что со мной. И что, если... как открыли бы нам? Не, ну вы хотите, чтобы по этажам... Да. Это никто бы не открыл, это говорят, просто говорят. И, знаете, так никто не делает. Ребята, у вас тоже есть родители, правда? Что тут встали. Родители? Что тут родители? Действительно. А вы что, сами не лазите все на крышу? Лажу. Ладно, поехали за мясом. Ладно, простите за беспокойство, всего доброго. Всего доброго. Вам тоже, ребята, удачи. Да.
Мы еще придем в столовую в рабочий день к нам открываться. Пошли, приходите, пожалуйста. Извините, не обижайтесь. У нас вы... очень хорошая столовая, мы не против. Мы захотели уже не один раз к вам. Кушаем. А вы пару дней тому назад не были здесь в столовой? Ну, были, были, но месяц где-то назад. Да, да. Не, потому что тоже группа приходила, ребят, тоже подошли. Подойди. Ребята, извините, рабочий день, никто подойди сюда. Ничего. Пожрали и все. Да. Вы не обижайтесь, мы без злого умысла. Мы чисто сфотографировать мальчика залезли, видишь, ничего же не это, не, не воры, не короче, не это. Так что вы чисто не обижайтесь просто. Мы, мы на позитиве врываемся без каких-то, ну, мы знаем. Злить кого-то хотим в последнюю очередь. Мы именно за, за позитив. Не, ну вы же там не то, что просто так пофотографировались, правда? Здорово. Можно с тобой сфотографировать? Ну давай. Все, до свидания. Все, ребята, всего самого, давайте, самого вам хорошего. Тоже удачи. Пожалуйста. Давай. Кажу, Суперсус вийшов сухим із води. Этот кріпиш остався недоволен. Дурючком пішов бабулю опять трахати свою палкою в сраку, і точка з твою бабу. Третє відео подряд паліва. Паліва, і що далі? Йдемо в Ашан. Це скільки людей в машину ти мені садиш? Я? Да. Ну, по-моєму, 11 нас. Скільки нас? Все, закривайте. 11, по-моєму. Один... Вася, 11 человек сидит со мной. Нет, так тут место еще есть. Эта штучка, она никак опускается, потому что я бедром. Это я все устроил. Вася, 11 человек в машине. Дядя, это я все устроил. Потому что я не пью, и мы на шашлык едем. Тупо на шашлык едем. На крышу! Дай конфетку. До дачной довезете? Это участковый, блядь, это мусора. Проститутки, говорю. Ну допустим. Это участковый, блять, это мусора. Проститутки, я говорю, баса. Ну допустим. Это участковый, блять, это мусора. Проститутки, я говорю, бертар. Это участковый, блять, это мусора. Проститутки, я говорю, баса. Ну допустим. Это участковый, блять, это мусора. Проститутки, я говорю, бертар. Сейчас суббота, 10 утра. Звонил к Сусане. В дверь. Мусора. Подхожу к двери, тихонько открываю. Сижу два типа. Идите нахуй, ага. Заебали. По закону нихуя не имеют делать. Если у них обыск, обыск, они тебе сразу об этом говорят. Показывают в глазок. Бля, дядя, ты так не тупи. Ты ж, бля, человек с большой буквы. Ну, допустим. Приперлись они ко мне, говорят, типа, где Суперсус? Его дома, блядь, нету. Говорит, как нету, мы знаем, что он дома. Что они говорили по дороге вообще? По какому вопросу? По вопросу твоего канала. На ютубе все говорит. Вот это конкретно хуйня их взбесила. Говорит, нам вообще похую на тебя поебать. Сейчас распишешься и свалишь. Говорит, это СБУ попросила нас, типа, чтобы мы с тобой, типа, разобрались. Это участковый, блять, это мусора. Проститутки, я говорю, баса. Ну, допустим. Это участковый, блять, это мусора. Проститутки, я говорю, бертар. Это участковый, блять, это мусора. Проститутки, я говорю, баса. Ну, допустим. Это участковый, блять, это мусора. Проститутки, я говорю, бертар.